Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Котова. Я психолог, системный расстановщик и главный редактор интернет-портала Совет ТВ. И сегодня я хочу пригласить вас на наш тренинг, который называется «Как жить вместе долго и счастливо». И еще этот тренинг имеет маленький подзаголовочек, который называется «12 секретов». На этот тренинг я приглашаю всех, кто хочет научиться строить настоящие отношения, не одноразовые, как пластиковый стаканчик, а долгие, доверительные, интересные, счастливые, такие, о которых в сущности все мы мечтаем. Почему на этот тренинг стоит прийти именно ко мне? Ну, конечно, потому что я психолог, системный расстановщик, но еще больше потому, что я сама счастливая жена с 19-летним стажем. И то, что я даю на своем тренинге, подчеркнуто не только из теории и из умных книжек, но и из опыта своих клиентов и, самое главное, из моего собственного. Я хочу предупредить, что на моем тренинге я не учу людей, как кого-то в себя влюбить, куда-то заманить, как-то кем-то проманипулировать, чтобы что-то получить. Мой тренинг, он совсем про другое. Он скорее о том, что важно для каждого из нас. О том, как важно быть самим собой, находясь в паре. О том, как важно доверять своему партнеру. О том, как уметь любить. И о том, как вместе переживать любые конфликты, любые проблемы. Что будет на моем тренинге? Ну, во-первых, мы с вами исследуем свое привычное поведение в паре. И я вас уверяю, вы откроете в себе много новых и, возможно, неожиданных сторон, черт характера и поведенческих стратегий. И мы посмотрим, какие из них нам мешают обретать гармонию в отношениях, а какие помогают. Во-вторых, мы с вами раскроем 12 секретов счастливых партнерских отношений. В системных расстановках эти секреты иначе называются критериями жизнеспособности пары. И в-третьих, мы с вами в интересной, доверительной и простой форме научимся внедрять эти самые секреты в свою повседневную жизнь, в свои отношения, чтобы они стали глубже, доверительнее, гармоничнее, интереснее, а главное – счастливее. Приходите, я буду очень рада вам.